Поехали! Я понимаю, что ты поехавший про все. Приветствую всех, дорогие друзья! Рад вас всех видеть, с вами снова Крюга ТВ, и сегодня мы поговорим, пожалуй, об одном из самых неоднозначных Шерманов во всей американской ветке. И название ему М4А276. Это Шерман, который оснащен 76-миллиметровой пушкой и находится на боевом рейтинге 5 и 0. Вообще, вот эти Шерманы с 76-миллиметровками машины в принципе странные. Но среди них я бы выделил, конечно, именно М4А2 как самый непонятный для меня танк. Поскольку он создает некий парадокс. По характеристикам это полная дрянь. Но по факту играется он нормально. И ты вполне себе получаешь удовольствие, когда на нем выкатываешься в бой. Ну и, собственно, давайте разбираться, почему же так происходит. Самое главное, что у нас есть, это орудие М1. По сути, это же самое орудие находится на других дальноствольных шерманах, именно в американской ветке, понятное дело. И имеем мы следующие показатели. Это 127 мм бронепробития в упор, и 116 на 500 метрах. Казалось бы, далеко не много. Но, тем не менее, на том же Т-20 орудие по сути то же самое. И на Хелкете, например, тоже так же. Это одно из самых популярных орудий на боевом рейтинге около 4.750 за американцев. И оно, в принципе, хорошо по всем параметрам, кроме пробития, которого иногда бывает недостаточно. Но это все слегка и компенсируется в целом адекватным заброневым и наличием, если необходимо, сплошных снарядов с пробитием 155 мм и 131 на 500 метрах. В итоге мне они так и не пригодились. Итого, э, мы здесь имеем 65 грамм взрывчатки, в целом урон довольно неплохой получается, не всегда ваншотит, но довольно часто получается. Начальная скорость полета снаряда 800 метров в секунду практически, это неплохо, баллистика предсказуемая, хотя и не идеальная, но стрелять на большие дистанции вполне получается. Что касается перезарядки, то в нашем случае с экспертами это 6,4 секунды, не так уж прям чтобы супер быстро, но и немедленно далеко. Поскольку мы часто играем с 5.3 и подобного рода боевыми рейтингами, то там перезарядки несколько дольше, чем наша. И мы успеем выстрелить дважды, пока противник только один раз. При условии того, что у нас, конечно, заряжающий-то на месте. Углы наводки, как и у других шерманов здесь в порядке, это минус 10 градусов и 25 наверх, ну и скорость поворота башни вполне себе нормальная, 20 почти 2 градуса в секунду, этого хватает для быстрого наведения на цель. Но больше всего, конечно, в шерманах привлекает наличие стабилизатора, и если на ранних шерманах как-то без разницы, по сути на них, честно говоря, и я бы не сказал, что они мне прям очень сильно нравятся, просто потому что там есть стабилизатор, то здесь этот самый стабилизатор, если мы говорим именно про орудие, занимает практически самую верхнюю строчку в, в, в плане нужности после урона, конечно же. И благодаря стабилизатору, наверное, только этот танк не чувствует себя очень плохо в рандоме, хотя должен был бы и естественно это дает вам в основном часто право первого выстрела и плюс из-за того что мы имеем достаточно быстрый поворот башни в купе с быстрым наведением то у нас нет проблем с выстрелом по противнику в принципе если вы скилловый игрок вы попадете туда куда хотите скорее всего ну и если пробьете то сделайте противнику больно именно это выделяет в принципе орудие м1 оно приятное и в купе со стабилизатором, хоть и не самым высоким пробитием, позволяет противника убивать, особенно если мы будем обходить его, например, по бортам. Что касается бронирования, то здесь ничего хорошего сказать про него нельзя. Это Шерман уже с катанной броней, не слитой, но при этом ее толщина даже на 3,7 была не то чтобы супер актуальна, а здесь она не танкует практически ничего. В лбу мы имеем 63 мм, в НЛД там на стыке 107 мм, в маске 89 мм. Короче, нас пробивают все, кого мы встречаем, в принципе, не считая боевого рейтинга 4-0, но там, опять же, должно еще повести нам. Мы должны где-то там что-то подвернуть так удачно, чтобы отрикошетило. Не пробить и особо не ждите. Тем более, борта супер тонкие, это, естественно, 38 мм, и будет вам максимально обидно, если вы получите в них. Но, впрочем, это беда всех шерманов. И крыша корпуса у нас достаточно толстый для того, чтобы нас туда не пробивали пулеметы, хоть это может нас радовать. Не забываем, кстати, про крупнокалиберный браунинг на крыше, пригождается для уничтожения легкой бронетехники противника. По рентгену 5 членов экипажа, трое в башне, двое в корпусе. Если брать укладку примерно наполовину, то в левой части ее не будет. И в целом пространство за броневой этого Шермана неплохо танкует, если вам попадают в лоб именно корпуса или в лоб башни. Получается так, что Убивают либо в корпусе народ, либо в башне. Ну и, соответственно, вы продолжаете после этого жить. И это если мы говорим о камерниках. Другие снаряды, менее мощные, будут еще дольше вас ковырять. Но при попадании в борт, конечно, вы обычно взлетаете на воздух. В общем, по живучести и бронированию это где-то 2 с плюсом, максимум троечка с минусом. И никогда вроде бы шерманы не отличались каким-то супер бронированием, не считая перенесенного на 2,7 нашего любимого 105-ка. Но там свои проблемы. Собственно, у данного Шермана есть главный недостаток, который и ставит меня немного в ступор, а именно это его масса и мощность двигателя. У этой модификации мощность двигателя снижена и составляет всего лишь 410 лошадиных сил, а его масса максимально большая — 33 тонны. Ну, не считая Джамбо, понятное дело, но, чтобы вы понимали, мы получаем далеко не 15 даже лошадей на тонну, а и того меньше. У нас, в принципе, удельная мощность, как у тяжелого танка, и едем мы ему подстать. Хоть максималка и написано 46, передвигайтесь вы в среднем 20-25 км в час. Это в лучшем случае. По каким-нибудь говногрунтам будет все еще печальнее. И самая большая проблема, которая у меня возникает во всем этом, это то, что Кобра Кинг передвигается быстрее, чем мы. Ну, это, если бы не поняли, это Джамбо. Обычный Джамбо, у которого гораздо больше брони, он быстрее, чем мы, у кого брони вообще-то нет. Вообще нет ее. Это для меня очень странно, поскольку получается мы еще медленнее Джамбо, и единственное, за счет чего мы лучше Джамбо, это орудие. Но у него тоже есть и стабилизатор, и броня у него супер адекватная для своего боевого рейтинга. И сам боевой рейтинг ниже, чем у нас. Короче, как бы очевидно, почему этот танк не популярен. Но, когда ты заходишь в бой и начинаешь гонять на этом М4А2, ты понимаешь, что все не так уж и плохо. По сути, он тащит за счет стаба, и если ты понимаешь, как можно выстрелить противника так, чтобы сделать ему больно, то есть куда его пробить, то он прекрасно дает вам реализовать эту возможность. Если же у вас все плохо в плане позиционирования себя на поле боя то будет больно, потому что скорости нет, и это будет очень э, жестко караться противником, если вы попытаетесь куда-то проскочить, как по привычке на других Шерманах, или каком-нибудь, может быть, даже Чафи, или, не дай бог, Хелкете. Это совсем другая машина с другими законами джунглей, другими законами игры. В общем, М4А2 это какой-то, знаете, старый такой пердун, но с очень приятным орудием для игры. Хотя по сути то же самое орудие есть на Хелкоте, но там нет стабилизатора. Такое же орудие есть на Шермане на 4.7, но тот с литым корпусом. Хотя по сути, честно говоря, тот-то Шерман лучше. У него двигатель повеселее, масса чуточку меньше, и то, что у него корпус литой, абсолютно не важно. Наша модификация как бы хуже в цифрах, но на практике я бы не сказал, что я сильно заметил, что мне прям не хватает где-то чего-то, не считая подвижности. То есть играть на этом можно. Вопрос, хочется ли. Я бы сказал, что да, нормально играется. Специально выкачивать этот шерман никто никогда не советовал, я думаю. И я не буду советовать, потому что в этом нет абсолютно никакого смысла. Он не встает нормально в сетапы, только если к Т20, но в принципе он... Короче, он не нужен. Я абсолютно не понимаю, зачем этот шерман на 5.0, и тем более не понимаю, зачем есть М4А3 на 5.3, который просто не сравнить с тем же самым Т-34-85. Ну, 85-ка-то имба, понятное дело, но у нас свои преимущества. То есть вот так вот ты говоришь не сравнить, а потом вспоминаешь про стабилизатор, про нормальный, в общем-то, урон, а если мы говорим про тот, который на 5-3, там и с подвижностью все получше, и как-то тепло на душе становится в итоге. Такие дела. Если вам это видео понравилось, не забудьте поддержать его своим лайком, подпиской, репостом и всем таким. И написать, что вы думаете про этот Шерман на 5.0. И надо ли делать видео на Шерман на 5.3. По сути, отличий между ними достаточно мало. Ну и увидимся в следующих видео. Я уезжаю немножечко в Германию, поэтому, скорее всего, видос будет уже или из Германии, или после Германии, числах 23-х. Все. Всем спасибо и всем пока-пока.